Максим Кобзев занимается граффити с 2007 года. Его работы украшают несколько зданий Белгорода. Идея организовать яркий фестиваль пришла давно. Признается, уличным художникам не хватало места для творчества. Какие-то заброшки, еще что-то. И хочется спокойно прийти, порисовать свое удовольствие, повышать свой уровень. Теперь граффитисты официально развивают культуру стрит-арта в Белгороде. Фестиваль до конца недели. На нем откроют две площадки. Любой начинающий художник сможет показать свое мастерство. Среди участников лучшие авторы из 5 городов России. Их творчество известно и за рубежом. Руслан Адиев приехал из Ярославля. На уличной волне уже 13 лет. Подготовил работу под названием «В поисках истины». У меня уже есть заготовленный эскиз, заготовленная концепция. Вот. Я бы не хотел бы о ней сейчас говорить. То есть я бы хотел уже сначала изобразить, чтобы каждый додумывал свой смысл. В ближайшие дни арт-художники во всей красе представят уличные полотна. А пока праздник. Послушать выступление шоу-бенда, нарисовать что-нибудь на футболке, показать свое творчество. Каждый нашел занятие по душе. Эффектная часть программы – рисунки на авто. Ощутить себя уличными художниками могли все. Не удержались и мы. Дарья Яковлева, Виталий Петренко. Такой день на мире Белогорья.